Друзья, приветствую всех на канале «Гормонный рынок». Меня зовут Артем. Сегодня я расскажу и покажу сходство, отличие основных трех наших моделей, которые пользуются особой популярностью, так как их не нужно заказывать, ждать, они всегда в наличии, в базовой тональности ля мажор. К слову сказать, которые я всегда рекомендую новичкам, но не было еще ни одного видео по сравнению этих трех моделей в одном видео. И всегда приходится рассказывать каждому индивидуально. Ну, как говорится, лень — двигатель прогресса. Я сейчас запишу видео, расскажу максимально, что могу по ним. И уже буду тогда это видео показывать, присылать ссылочку, и вы будете уже для себя выбирать. Но это только для тех, кому нужна базовая, быстро, здесь и сейчас, в наличии. Потому что если нужны другие тональности, это всегда под заказ, либо дороже, есть в наличии. Но вот на данный момент там фа, фа диез, ре мажор, соль мажор есть. Но обычно эти тональности все заказные. А эти у нас всегда в наличии. Напомню, что они все вот эти вот на июль 22 года в диапазоне от 40 до 50 тысяч. На данный момент все всегда актуальные цены вы можете посмотреть на сайте «Гормонный рынок», перейдя по ссылке под видео в описании или в закрепленном комментарии. Ну а сейчас поехали по этим трем красавицам. Еще немножечко мы зацепим тульские 301М и Куликово поле. Почему немножко зацепим? Потому что они тоже включаются в эту группу, но отличаются кардинально тональностью. 90% заказчиков все-таки мужчины, и больше эта тональность ля мажор. Эти все три гармонии в ля мажор. Больше подходит мужчинам, но этот край мужских тональностей, хотя я знаю мужчин, которые поют и в си бемоль, то есть ля диез, то есть это выше, да, от них. Вот. Но и женщин знаю, которые у меня заказывали от ля мажор ниже, в соль мажор. Поэтому не все так однозначно. Теперь я вам все-таки поясню, почему я так заговорил, потому что считается, что от ля мажор вниз, соль мажор, фа диез мажор, фа мажор, ну и до ре диез мажор. Это все мужские тональности. Вот. А выше от ля мажор, ля диез, си, до и так далее, ну, до ре, скорее всего, мужская уже, но опять же, еще раз повторюсь, не все так однозначно. Это женские. Поэтому вот до мажор, до диез мажор, тульские, это женские. Но это не значит, что их не заказывают мужчины. Допустим, нужно играть в каком-то ансамбле, и в таком случае в до-мажоре со всеми инструментами легко подстроиться. Так что вот так. И относительно всего вышесказанного, вы, если обратите внимание, то ля-мажор получается пограничная тональность. И она и туда, и туда. Поэтому это самая популярная тональность. К слову сказать, это моя любимая тональность. Мне она была высоковата в начале, так сказать, пути освоения гармонии. Но потом я немножечко с голосом поработал. Конечно, всегда нужно работать и работать. Но не всегда на это есть время. Время уходит на другие вещи, на поддержание ассортимента и съемки, и монтаж видео для вас, познавательных, обучающих, разборов. Ну и вот как это. Поехали по порядочку. Начнем с того, что у них общее. Общее у них вес, внешний вид. Я специально разных цветов поставил. В принципе, каждая модель есть всех цветов. База. Бордовая, синяя, зеленая. Белый, черный. Это нужно спрашивать. Дополнительно интересуйтесь, потому что не всегда целлюлоид такой есть. Поехали. Общее. У всех двойные плечевые ремни, у всех застежки меха, у всех регулировка басового ремня колесиком и у всех в комплекте фирменный мягкий чехол. Поехали теперь по отличиям. По отличиям пробежимся, и я буду демонстрировать каждую из них, как звучат. Значит, отличие. Это у нас гармонь двухголосая, чайка 204, чайка 314, трехголосая с регистром. Есть возможность переключать с трехголосия на двухголосие. Может быть, это удивительно, кому-то нет, но некоторые не знают, для чего регистр, как он работает. Ничего страшного в этом нет. Ну, кто-то только начинает изучать гармонь.
И это для нас само собой разумеющееся, тех, кто играет давно. А кому-то эта функция неизвестна. Итак, трехголосая с регистром. Обратите внимание, басовые кнопочки одинакового размера, стандартные. Вот, в принципе, все отличия чайки 204 и 314. Каждую модель можно заказать в ля-мажоре и в некоторых, не во всех тональностях, замечу, с чешской планкой. В ля-мажор можно. 51-я. 51-я у нас без регистра. Увеличенные басовые кнопки. Мягкая клавиатура. Самая мягкая из всех трех. Но замечу, что дополнительно облегчить басовую клавиатуру на всех и на этой можно. Это при заказе, можете сказать, это делается. Здесь очень мягкая изначально клавиатура, плюс отдушник меха. И, в принципе, по ощущениям, эта гармонь мягче. Вот в игре мягче, в принципе. Но потом, когда разыгрываются эти все гармонии, они буквально через месяц все становятся мягкими. Я имею в виду относительно меха. А так все остальное, в принципе, все хорошо. Чуть-чуть, правда, вот здесь и здесь делается изначально клавиатура чуть пожестче. Еще раз повторюсь, можно облегчить. Это не проблема. И еще теперь пару слов я скажу про тульские. До мажор, до диез мажор. Возьму тоже здесь, поставлю одну из моделей тульской фабрики для наглядности, чтобы она у вас тут была перед глазами. И потихонечку про них расскажу, какие у них отличия. Ну, тоже в одном видео, почему нет, если кто-то выбирает между тульской и шуйской. По тональностям я уже все сказал. Отличия какие. Каждый для себя выбирает тональность свою. Если затрудняетесь, всегда спрашивайте. Пишите на WhatsApp. Я всегда прошу писать на WhatsApp. Или голосовые присылайте. Без проблем. Не всегда могу ответить на звонок. А на WhatsApp всегда, вот допустим, сейчас занят. Через час освободился, прочитал, ответил. Ну, а всегда стараюсь, конечно, сразу. Меня уже начинает не хватать, к сожалению. Заранее спасибо. Смотрите. Отличие тульской гармонии заключается в том, что здесь... Опционально в базе нет застежек меха. Двойные ремни присутствуют. Вот эти ремни, это у нас спецзаказ, человек заказал. Широкие, плюс регулировка басового ремня колесиком. Но в базе этого нет. В принципе, все просто и лаконично. Без застежек, без регулировки басового ремня. А так двойные ремни, бас-ремень, в общем, все то же самое. Вот и все отличия. Теперь поиграем на... Всех по порядку, и вы послушаете звук гармоний. Напомню, что слушать желательно, если вы с телефона слушаете, весь спектр и тембр не будет слышен. Лучше одеть наушники, послушать через наушники, либо если у кого-то есть хорошая акустика, подключайтесь и слушайте. Иногда даже у телевизоров есть хорошие динамики, поэтому вы можете это все услышать как положено. Поехали! А начнем мы с чайки 204, затем 314, и по порядку, как они у нас стояли, так и поиграем. Thank you.
такие 4 основных базовые модели, всегда которые в наличии, всегда в любой момент можете заказать, дополнительно попросить демонстрации. Я все покажу, расскажу, проконсультирую, помогу с выбором. Ну, а какая вам больше по душе, пишите в комментариях, буду рад обсудить. Всем удачи, музыки, добра, пока.